Правительство Беларуси утвердило перечень региональных мероприятий по наведению порядка на земле. Документом определяются следующие мероприятия: благоустройство и содержание территорий населенных пунктов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов, регулирование распространения и численности борщевика сосновского, обустройство особо охраняемых природных территорий и сообщение национального правового портала. У жидковичских детей в этом году появилось новое развлечение. Теперь здесь принято каждый вечер ходить на танчики. К электронным играм это не имеет никакого отношения. В рамках наведения порядка на земле местные власти очистили давно заросший акациями пустырь и на его месте начали создавать площадку военной техники. Всего здесь планируется установить 9 машин, 6 из которых передает Министерство обороны. Причем площадку намеренно решили сделать открытой, предприняв, впрочем, необходимые меры безопасности. Танки, боевые машины пехоты, пушки, а в ближайшей перспективе и военный вертолет будут полностью открыты для детей, которые, кстати, попросили установить на площадке еще хотя бы небольшую подводную лодку. В райисполкоме и районном совете депутатов теперь крепко задумались, как удовлетворить эту просьбу маленьких жителей райцентра. Тем более, что одновременно здесь реализуется проект по реконструкции городского парка, который до недавнего времени был образцом парка советского периода. Идею его превращения в современный центр отдыха в Жидковичском районе реализуют сообща. Тот же местный лесхоз, например, пообещал установить в парке деревянный замок. Запланированный конкурс молодежного граффити изменит вид парковых заборов. Однако самая амбициозная идея – реконструкция фонтана по площади, возможно, самого большого среди районных центров Гомельской области. Вообще, по праздникам он работает и сейчас, однако эффект не очень впечатляющий. Здесь нужно поработать в первую очередь с технологами нашей, которые просчитают давление воды, чтобы вода использовалась постоянно та же, которая здесь будет присутствовать, без подпитки, чтобы меньше потерь было у нашего коммунальника по этому фонтану. Ну и за счет разного давления, разных потоков сделать. Плюс подсветку. Будет красивый фонтан в нашем парке. Красивым в Жидковичах можно назвать и новый мини-рынок в микрорайоне Озерный, открытый после встречи с местным населением. Не то чтобы в городе негде было купить свежие овощи. Однако ритм жизни сегодня такой, что далеко не каждый поедет на центральный рынок, даже если он расположен всего в нескольких километрах от дома. Есть большой рынок городской, но далековато добираться. И стихийно люди торговали, было весьма неудобно, в общем-то, качество продукции всегда сомнения были, вот, пыль всегда оседала. А весной этого года состоялась встреча жителей города и руководства района. Площадку для реализации продукции из частных подворий выделило руководство одного из местных супермаркетов. Плата символическая – 1 деноминированный рубль за день торговли. Прибыль, говорят, значительно больше. Хотя не все в наши дни измеряется деньгами. Здесь все компактно, вот рядом с рынком находится и поликлиника, и место работы, и супермаркет, поэтому не надо далеко ходить для того, чтобы приобрести свежие фрукты, овощи те же. Впрочем, эти фрукты и овощи еще надо вырастить, и не только на частных подворьях. Причем, если к качеству продукции сельскохозяйственных предприятий значительных претензий у контролирующих органов нет, то сама организация работ часто вызывает значительные нарекания и, как следствие, соответствующие штрафные санкции. Горы органики, складируемых в неустановленных местах, в том числе иногда и в прибрежных полосах водных объектов. Несанкционированное размещение отхода, захламление территории отходов, неокашивание территории сельхозобъектов и прилегающей территории – это наиболее часто встречающиеся нарушения при проверке сельскохозяйственных объектов на территории всех районов области. Только в этом году за такие нарушения в Гомельской области к ответственности привлечено уже более 800 руководителей различного уровня. Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесье Агроинвест», отделение «Петриков», центральные ремонтные мастерские. Предписание по наведению порядка районная санитарная служба местному руководству выписывала неоднократно и в результате все-таки достигла своего. В этом году на предприятии заказали проект и начали реконструкцию территории. Не сказать, что это дешевое дело, если не считать 1 миллиард 800 миллионов неденоминированных рублей незначительными средствами. Плюс восстановление уже собственными силами станции мойки техники. Несмотря на то, что срок выполнения решения Гомельского облсполкома о приведении в порядок этих мест уже закончился, в некоторых хозяйствах все еще надеются. Как решение приняли, так о нем и забудут. Полесье Агроинвест в этом смысле, возможно, одно из исключений. Остатки грунта, ну, и смывных материалов сельскохозяйственных машин, они здесь за долгие годы накопились, и, соответственно, отстойник был
полностью заполнен этим материалом. Безусловно, это наносило вред, потому что все эти смывные воды разливались вокруг. Хотя, если оценивать ситуацию реально, в значительной части сельхозпредприятий придумают 101 способ, как не вывозить образующиеся химические отходы на утилизацию. Хлопотно и, главное, затратно. В идеале все стоки, образующиеся при мытье техники, должны собираться в гидроизолированный отстойник в обязательном порядке. И так же, как и местные канализации в частных домах, должны откатываться осенизационной машиной и вывозиться на очистные сооружения районные. Это идеальный вариант. С другой стороны, нужно иметь в виду, конечно, что на протяжении многих лет отстойники, нельзя исключить возможность, что они потеряли свою герметичность первоначальную. И какая-то вероятность, конечно, существует загрязнения почвы. Поэтому необходимо, помимо наведения внешнего порядка, проводить и ревизию этих отстойников, проверять их на герметичность, дабы не допустить загрязнения почвы, как бы, что является нарушением не только санитарных правил, но и экологического законодательства. Почему в сельхозпредприятиях, в частности, и в области в целом, не рассматривают варианты альтернативной переработки отходов нефтепродуктов, сказать сложно. Тем более, что сегодня существуют различные способы утилизации нефтешламов с помощью механических, физико-химических, химических и биологических методов. Вроде бы запустил в емкость те же микроорганизмы, и все решено. Однако такой вариант на местах пока даже не обсуждается. Впрочем, сегодня на местах часто не могут решить куда более простой вопрос. После работы тем же механизаторам даже помыться негде. Не будем утверждать, что эти кадры – исключение из правил, однако и увидишь такое явно далеко не везде. Существует душевая, но там только холодная вода. Горячая была когда-то, когда работала котельная. Поставили парогенератор и забыли провести в душевую горячую воду. Поэтому такого плана тоже у нас существуют проблемы. Комнаты приема пищи не оборудованы, гардеробные где-то не до конца, средства индивидуальной защиты, спецодежда. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие Копоткевичи Петриковского района. Нельзя сказать, что руководителю КСУП проверка приходится по душе, если она вообще кому-то нравится. Однако каких-то очень уж значительных нарушений в хозяйстве явно нет. Руководитель хозяйства признается, некоторые особенности природоохранного законодательства настолько своеобразные, что часто и не подумаешь, что можешь нарушить закон. Санитарного порядка, можно сказать, все начинается, а дальше пошла организация, технология. Я еще приверженец железной дисциплины и военного исполнения. Вот. Когда вот этот принцип будет существовать, то все будет чисто, аккуратно, и всем будет приятно не только работать, но и жить. Этот принцип можно было бы положить в основу освоения так называемых внутрихозяйственных карьеров, которых только в Гомельской области более 250. И по большей части это головная боль природоохранных структур. Теоретически, такие карьеры предназначены для добычи хозяйствами полезных ископаемых, в первую очередь песка. Однако на практике карьеры часто становятся местами несанкционированных свалок. Причем ненужные отходы сюда привозят все – и местные жители, и сами КСУПы. Экологи не скрывают. Часто на одном карьере можно найти целый комплекс нарушений законодательства. К сожалению, заплатить штраф иногда оказывается дешевле, чем наводить порядок. Это использование карьеров не по назначению, то есть размещение на них отходов, как населением, так и сельхозпредприятиями. Это уничтожение плодородного слоя, который перед разработкой карьера обязан сниматься, сохраняться и может быть использован для нужд благоустройства данной сельхозорганизации. Но зачастую этим требованием игнорируют и просто его смешивают с грунтом и, соответственно, уничтожают этот растительный плодородный слой. Также зачастую одним из серьезных нарушений является несоблюдение границ отведенного участка под карьер и значительное расширение площади. Впрочем, есть в Гомельской области и примеры другого порядка. Новый животноводческий комплекс частного акционерного общества «Приозерское агро» Житковичского района построен на месте еще недавно масштабной несанкционированной свалки. Передовая во всех отношениях фермы показатель, как с пользой для экологии и людей можно решать, казалось бы, неразрешимые задачи. И все, что можно было вывезено на свалку действующую, все остальное было использовано в качестве материала для строительства фермы. То есть битый кирпич, камни, все это использовалось в дело. На данный момент, значит, строительство этой фермы для данного населенного пункта – это первые рабочие места, закрепление молодежи.
Наведение порядка на земле – проблема разносторонняя. Этот животноводческий комплекс построили еще в 70-х годах прошлого столетия. Еще несколько лет, и развалюха явно стала бы местной достопримечательностью со знаком минус. Если возвести такое строение с нуля и с привлечением банковских кредитов, сегодня необходимо около 12 миллиардов неденоминированных рублей. В акционерном обществе «Приозерская агро» решили обойтись собственными силами и с помощью собственных же средств. Получилось почти в 8 раз дешевле. И это еще один пример того, как при желании можно эффективно наводить порядок на земле. Мы сэкономили деньги, и все за свои средства мы построили, не брали ни кредиты, ничего. То, что получали со своего производства, это молоко и мясо. За эти средства мы все сделали. Основные работы по наведению порядка на земле в Гомельской области сегодня стремятся выполнить без привлечения бюджетных средств. В деревне Видошин Жидковичского района именно таким образом провели все запланированные работы по сносу ветхих домов, рекультивации земель и их вовлечению в хозяйственный оборот. Проблема в одном – на момент сноса участки обычно успевают зарасти кустарником и деревьями. Однако и плюсы появляются довольно быстро. Конечно, удобства обработки первоначально, когда вот занимаемся, нет. Но земля плодородная, ведь здесь жили же люди, участки были, растили семьи свои. Так что вводим за последние 2 года по хозяйству вот таких земель, где забрали на территории деревень. И выгоревшие торфяники ввели в строй. 280 гектар ввели земли в оборот. И на этих землях растет продукция. Живой диалог. Именно так в Жидковичском районе назвали ежемесячные встречи районного руководства с местными жителями. На этот раз в центре внимания проблемы Ленинского сельсовета. Практика оказалась более чем востребованной. В некоторых деревнях на встречу приходит более половины местного населения. Среди вопросов наведения порядка на земле, пожалуй, самый первостепенный – обустройство дорог. Местная власть не скрывает, его решение во многом зависит от возможностей бюджета, при том, что привлекать личные средства населения в районе пока не намерены. Хотя в скобках заметим, в других районах Беларуси такая практика уже есть. Дороги. Я очень сомневаюсь, что наши люди смогут вложить такую лепту, учитывая, что использование одного автомобиля или машины как минимум 3 миллиона рублей. Поэтому, если есть возможность и есть меценаты, конечно, мы их используем. Но за счет пенсионеров я не думаю, что мы можем решить по нашему району все проблемные дороги. Еще одна актуальная проблема сельских территорий – уличное освещение. Несмотря на действующие социальные стандарты, жалобы сельчан на тьму кромешную пока не такая уж и редкость. Впрочем, обвинять во всем только местные власти все-таки не стоит. Приобретение и замена новых, необходимых для уличного освещения ламп накаливания – дело весьма затратное. Это в рекламе новые светодиодные лампы, сплошная экономия и бережливость. Однако в общедеревенском масштабе все намного сложнее. Так сразу трудно сказать, тяжело, насколько затратно перейти. Это получается, надо заменять все полностью светильники по всем населенным пунктам. То есть вот это и есть затратно. Установка и замена светильников. Естественно, это стоит большие деньги. Ну, как бы и это требует замена электросетей. Фигура ангела возле церкви в деревне Боровая Юркевичского сельсовета Жидковичского района как символ населенного пункта. Здесь уверены, покровительство высших сил можно достичь только, если все делать сообща. Когда-то этот участок возле деревенского храма был самым неухоженным на территории всего сельсовета. Деньги на церковь, кстати, здесь тоже собирали сообща. Наверное, было бы преувеличением говорить, что Юркевичский сельсовет в части наведения порядка на земле – идеальный вариант. Однако будем объективны. От желания жить действительно красиво до реального воплощения этой мечты пока значительная пропасть. Проезжаю по незнакомой деревне и, видя на импровизированном заборе настоящий самодельный глиняный кувшин, многие ли из нас удержатся от соблазна взять его на память? И не отсюда ли большинство проблем, озвученных в этой программе? Кто мы на этой земле, хозяева или гости? Вопрос, на который у многих пока нет ответа. Это больной вопрос. Наши местные жители этого не делают, потому что мы этой работой не спонтанно занимаемся, а каждодневно и постоянно об этом говорим. И уже, вы знаете, несколько, я же 37 лет уже работаю на госслужбе, и уже несколько поколений прошло, и они понимают, что надо любить, беречь. Если что-то и произойдет в отношении малых форм, детской площадки, это очень редкое явление, и делают это приезжие.